Здравствуйте. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на критику со стороны Магомеда Исмаилова, который в ироничной форме посоветовал ему более ответственно готовиться к предстоящему поединку. Здравствуйте, здравствуйте, всем люди добрые. Я тут слышал Мага Исмаилова, что ты на просторах интернета прям наговорил много всего лишнего. Мага, слушай, мужчина, это моя жизнь. Я романтик. Выпил, подрался в тюрьму. Ты давай не расслабляйся. У меня вся жизнь на этом строится. Ты не думаешь, что я вот сейчас вот заехал и все, и ты теперь чемпион. Да нет. Я именно так и живу. Это вам правильным. Да, неведом этот образ жизни. Тренируйся, готовься. Бить тебя буду с обеих рук. Удачи. На что боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов на своей странице в Инстаграме выложил свой ответ. По поводу последнего инцидента, Саша, хочу сказать... Я тут слышал Мага Исмаилова, что ты на просторах интернета прям... Наговорил много всего лишнего. Мага, слушай, мужчина... Да, мужчина слушает. Это моя жизнь. Я романтик. Выпил... Подрался. Не надо, я тебе говорю, мы заявление напишем. В тюрьму. Все. Саша, так-то я тоже романтик еще. Ты давай не расслабляйся. У меня вся жизнь на этом строится. Ты не думаешь, что я вот сейчас вот заехал и все, и ты теперь чемпион. Да нет. Ты давай-ка лучше так романтично соберись, Саш, и завтра на пресс-конференции. А там мы с тобой порешаем все вопросы. Напомним, 7 февраля состоится первая пресс-конференция, посвященная противостоянию Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. А сам поединок состоится 3 апреля на турнире российской организации АСА в Москве и станет главным событием вечера. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Хочешь получать уведомления о новых видео? Жми на колокольчик.